Это каменные все твои, да? Не продаешь? У меня еще запасных там есть. Еще 6 штук. Повторный на нижний, да? Нет. На других. Это запись. Ты не помнишь нашего оператора в Осетии? Федю Плиева. У него 2 Оскара. Не знаю, как у тебя. У меня нету. За что? За что Оскары у него? Как его спрашивали уже такой. Хахмач. И Цибой Вадик его спрашивает. Ну ты, говорит, тут в мире кино, туда-сюда, мол, как ты? Где? Он паузу выдержал. Не знаю, говорит, у меня, говорит, 2 Оскара. Он снимать даже не умеет. Когда борцов снимает, кроме лампочки, плинтусов ничего не увидишь там. Он Махарка запроиграл Куртаниса в Красноярске. Он ему сказал, говорит, снимал, да, говорит, снимал, все, снимал. Он оставлял камеру, сам уходил. Короче, одну кассету, помнишь, вот эти кассеты были? Одну приносит, Махар себя не нашел там. Лампочки приносит. И зрители, короче. Вторую, третью. Махар им говорит, если бы ты был немного побольше, а он кидал 1,55 роста, блин, я бы где-то на такую съемку, да? Да.